Всем привет, друзья! Меня зовут Светлана. Я сегодня нахожусь на стройке жилого комплекса «Притяжение». Он находится на высоком берегу. Соседний микрорайон, граничащий с ним, это микрорайон 3Б. Там же находится 7-я школа, садик. По инфраструктуре, я вам скажу честно, откровенно, это молодой, современный, развивающийся район. У нас сзади здесь еще морская горгиппия. Далее за морской горгиппией еще там прячется обычная горгиппия. А вот как раз-таки сейчас сзади меня микрорайон 3Б, а это, кстати, улица Ленина. Здесь ходит маршрутка 114, которая вас довезет, к слову, до 800 ступеней. Я вам обязательно в конце ролика покажу смотровую площадку, доеду до туда ради вас, покажу эти виды, эту красоту. С другой стороны, здесь уже запланировано столько строек, обо всем буду рассказывать по факту, по мере, так сказать, уже актуальности этих новостей. Но по секрету скажу, что здесь скоро будут строиться 20-этажки, которые будут также иметь прекрасные панорамные виды на море. Но не буду ничего рассказывать раньше времени, потому что обязательно дождитесь. И вообще очень-очень много новостей, но я люблю говорить по факту, когда это уже проверенная информация, пока это, так сказать, инсайдерская информация, чтобы не вводить вас в заблуждение. Ну, давайте пройдем на стройку. У нас здесь есть интересные две студии. Одна из них на первом этаже по привлекательной цене в районе 2 миллионов. Но при, так сказать, ярком вашем желании, реальном желании купить эту студию, сделают даже скидку. Обещаю, проверено, обо всем договорилась. Как говорится, если вы успеете за 11 дней надумаете купить ее, то вам сделают обязательно скидку. С февраля месяца будет повышение цен. Ну, это и резонно, потому что они немножко не подняли в январе, оставили эту возможность купить еще по старым ценам, а все-таки с февраля уже многие перешли уже на этот момент, по новым ценам уже работают, а вот строительная компания «Каскад», в частности, жилой комплекс «Притяжение», будут повышать цены только с февраля. Поэтому, если вы в ближайшее время надумываете приехать в Анапу, то эти предложения как никогда будут для вас актуальны и интересны, потому что такие предложения бывают нечасто. Он состоит у нас из двух литеров. Первый литер двухподъездный, тоже четырехэтажный, а второй литер — это вот этот вот красивый большой семиподъездный жилой комплекс, дом. И у него интересная будет дворовая территория, очень красивый двор. Одна из студий как раз таки будет смотреть во двор и иметь панорамное остекление. Продолжаются работы ремонтные, видите, уже идут фасадные отделочные работы, выкладка кирпича. У нас здесь открывается уже частный сектор субсеха. То есть те люди, которые купят вот в этих подъездах квартиры с видом на субсех, они могут быть спокойными, что перед их окнами не появятся новые многоэтажные там жилые комплексы, застройки. То есть здесь же, в принципе, поле и так уже застроено малоэтажными коттеджами субсеха. Есть вероятность возникновения застройки как раз-таки через дорогу вот туда, за морскую горгиппию. Вот там еще пустое поле. Стройка, говорится, не хочу. Какой плюс у этого дома? Здесь центральное отопление будет, но с индивидуальными тепловыми счетчиками. Пониженный тариф на электроэнергию в силу того, что нет газового питания. И еще очень хорошие энергосберегающие стеклопакеты стоят. Одной из таких очевидных фишек данного жилого комплекса является то, что здесь проектом запланирована архитектурная особенность. Вы можете спрятать кондиционер, и вот это вот не будет портить ваш облик. И здесь предусмотрены ниши для того, чтобы смогли спрятать кондиционер, при этом не изуродовать, скажем так, да, и испортить фасад. Здесь у нас находится 7-й подъезд, ну а ближе вот к той стороне, наоборот, 1-й. Мы сегодня побываем как раз-таки в 7-м подъезде и в 5-м. 5-й вот как раз-таки он прямо на нас смотрит. И вот смотрите, уже как много всего достроили, сделали, потому что с прошлого раза действительно дом прям преобразился, уже действительно похож на проект. Так у нас выглядит первая студия. Ее квадратура 30,64 квадратных метра. Ее ценник в районе 66 тысяч. Но почему я говорю в районе? Потому что вот именно на нее можно получить еще и дополнительную скидочку, если успеете до, как говорится, конца января. Это у нас квартира будет по переуступке, оплата только наличными средствами, но ее характерная особенность то, что она большая и свободная. Видите, какая широкая от одной стороны до другой. Здесь, видите, получается стекление в пол. И на лоджии тоже, кстати, на лоджии достаточно
комфортно и уютно. И вот видите, окна, про что я говорила, на суп всех выходят. И у вас не будет застройки. Сторона, видите, солнечная сейчас у нас в районе часа дня. И, в принципе, здесь тепло даже сейчас без отопления. Ну, давайте теперь я вам расскажу по квадратуре. Мы заходим, у нас получается 4,4 квадратных метра. Это вот этот вот коридорчик. В санузле у нас здесь, видите, тоже уже оштукатурены даже стены. Здесь у нас квадратура санузла 4,1. То есть, несмотря на то, что это студия, здесь реально очень большой просторный санузел. Потому что в некоторых есть и 3 квадратных метра санузла, здесь 4. Здесь же даже ванна станет реально, ребят, то есть она достаточно вытянутая. После этого мы попадаем в такую комнату-кухню. Здесь у нас уже квадратура 12,37. Это вот комната и кухня сразу. Но здесь шикарная лоджия. Про что я говорила, она достаточно вместительная. 4,72 квадратных метра. Практически 5 квадратов лоджия. Можно крутиться, вертеться, но факт есть факт, она действительно большая и просторная. И вот если брать без учета скидки, да, эту квартиру, она сейчас стоит 2 022 240. Но если вы успеете до, как говорится, конца января, то она может вам стоить 1 991 600 за студию с высокими потолками, с уже с проведенными точками электрики. Вы видите, то есть уже здесь по полу отопление, контур вырисовывается. Видите, как тут идут трубы. Вы уже можете посмотреть, как выглядит предчистовая отделка от застройщика. Причем очень высокие потолки. Я даже не могу голову особо вверх поднять, потому что очень высоко, чтобы вам показать еще электрику сверху. Вот они, интересные стеклопакеты. То есть этот дом, он уже не просто стандарт, он уже как комфорт идет, потому что здесь продумывается очень-очень много важных мелочей, которых нет в обычных домах, допустим, многоэтажных. Хороший вариант для тех, кто хочет приехать летом, жить недалеко от моря. Опять-таки, 800 ступеней пляж я вам покажу в конце видео. Вы поймете, что это за вид и насколько там красиво и превосходно. Ну а сейчас мы передвигаемся в соседнюю студию. Она сейчас прямо по соседству с этой. Она уже идет без скидок, то есть за 68 тысяч за квадратный метр. Ну, тоже о ней вам расскажу. Тут немножко уже лоджия по-другому сделана. Она будет 30,47 квадратов. И получается, здесь тоже коридор, но он уже поменьше. 3,65. Вот этот вот маленький коридорчик. Там был практически 4,5, а здесь 3,65. А санузел здесь, кстати, 4,1, как и там. То есть он ровно зеркальный. То есть такая же самая планировка. Жилая комната 11,4. То есть она меньше, чем в той студии. То есть 11,4. Но при этом, как я уже подчеркнула, достаточно большая планировочка. То есть здесь можно реально зонировать. И, соответственно, лоджия. Лоджия здесь уже 6 квадратов ровно. 6,02 даже. То есть вот здесь уже как мини-вторая комната. Реально кабинет можно обустроить. Не знаю, обеденную зону сюда вынести. Потому что здесь реально уже 6 квадратов. И она еще прямой формы. То есть очень интересная планировка. И опять-таки вид на суп всех. Как я вам уже и сказала, застройки перед окнами высотной не будет. Вот. Ну, такая студия уже будет в районе 2 миллионов. Сейчас мы даже вам скажем точную сумму. За наличный расчет, за полную оплату есть скидки. Реально есть скидки, обращайтесь. То есть, если у вас наличная оплата, я вам еще помогу осуществить скидку от 1 до 2 тысяч за квадратный метр. В зависимости, какую планировку вы выберете, какой этаж, поэтому тоже скидки предусмотрены. А теперь мы перенесемся в 5-й подъезд. Там вообще шикарная планировка есть. Большая студия, реально уже 33 квадрата. И вы поймете, что такой красоты вы еще не видели. Так, это у нас 32,9 квадратных метров. Очень интересная студия. Сейчас как раз вы видите, как тут происходит ремонт. То есть ребята работают в процессе. Вот то, ради чего я вам показываю эту студию. Во-первых, у нее огромная лоджия. А лоджия, чтобы вы понимали, 7,35. Это, считайте, вторая комната в этой квартире. Студия с вот таким
панорамным стеклением. Вот видите, там вдалеке получается вот как зеркальная такая гладь отражается. Вот такие же стекла будут установлены здесь. То есть у вас будет потрясающая лоджия с потрясающим панорамным видом на придворовую территорию, которая будет озеленена на юго-западную солнечную сторону. Комната здесь тоже, кстати, не маленькая, 11,7 квадратных метров. Она квадратной больше формы, очень удачная на самом деле ширина здесь проема, потому что здесь можно действительно очень хорошо зонировать и кухонную, и обеденную зону, и жилую, как говорится, спальную зону. А балкон можно оборудовать как действительно зону релакса, обеденную комфортную зону или дополнительное спальное место. Как мы видим, здесь тоже электрика выведена, осталось только оштукатурить. Все это входит в причастовую отделку от застройщика. Ну, пока еще здесь ведутся работы. То есть в 7-м подъезде уже белые стены. Санузел здесь 4 квадратных метра, но мы мешать не будем, пусть ребята работают. А мы идем дальше. И вот эта вот студия, которая 32,9 квадратных метра, она стоит 2 290 000. Но вы получаете практически функционал однокомнатной квартиры за счет того, что у вас 8 квадратов практически, это лоджия, которую вы можете оборудовать как дополнительную жилую зону. Очень классное предложение. Второй этаж, это не первый этаж, это уже действительно хорошие этажи. Со второго по третий как раз 2 козырных этажа в этом жилом комплексе. И стоит она 2 290 000. Вот здесь вот у нас лестничная клетка. Туда дальше тоже пошли планировочки. Тут идут ремонтные работы сейчас. Поэтому как-то так. Видите, здесь вот обычное, да, стекление, а там панорамное. То есть у вас реально самая светлая квартира будет. Вот здесь тоже, кстати, видите, вот это тоже студия, но она уже другой планировки. Она тут 40 квадратных метров на втором этаже. Ее просто в продаже нет. Я вам просто ее тоже покажу. Если видите, большой коридор 6,29 и санузел. Санузел 4,78. Он тут вообще квадратной формы. Тут реально можно хоть джакузи ставить. Но ее в продаже нет, поэтому я вам просто, так говорится, похвастаюсь, какие здесь еще шикарные планировки есть. Но вот эта вот студия, это прям вообще, даже однокомнатная не так классно, наверное, смотрится, как эта студия. Но она и стоит в районе 3400, наверное, 3500, потому что здесь, ой, даже может и больше, потому что здесь высота потолков, посмотрите, какая панорамное остекление. И здесь вы посмотрите, сколько точек электрики выведено от застройщика даже. Представляете, сколько проводов. Тоже электрика мне здесь прям понравилась, потому что, ну, явно не бюджетная электрика. Здесь большое количество точек. И вот, посмотрите, вот оно солнце. Я вот о чем вам говорю. Вы будете здесь реально нежиться на солнышке. Вот еще внутри такое, знаете, морозное ощущение, холода. А вот сюда выходишь, и все, весна. Скоро лето. Мне кажется, еще вот-вот, и люди начнут в купальниках выходить и бежать с кругами на море, купаться и загорать. Ну, друзья, все хорошее рано или поздно заканчивается, так же, как и этот сюжет про эти квартиры. Если понравилась какая-то из планировочек, ну, за исключением этой, ее просто сейчас нет в продаже, друзья. Если бы она была, я с удовольствием вам ее порекламировала и сказала бы стоимость, но ее, к сожалению, нет. Ну, а так, звоните, пожалуйста, вот до конца января очень хорошие студии по хорошим ценам. И, ну, это не обычный дом, это не дом класса стандарт, это уже дом ближе к классу комфорт, потому что малоэтажное, центральное отопление с индивидуальным тепловыми счетчиками, высокие потолки, хорошая электрика уже от застройщика, ее менять не нужно будет, она уже по всем ГОСТам и стандартам сделана, вам только нужно будет сделать отделку и, пожалуйста, заносите мебель и живите. Ну, а с вами была Светлана, мой номер в описании. И для тех, кто все-таки досматривает мои сюжеты до конца, как и обещала, 800 ступеней, смотровая площадка. Поехали! Добро пожаловать на смотровую площадку 800 ступеней, назовем ее так, потому что ступени чуть-чуть сбоку. Вот он и вид на эти жилые комплексы. Ветрище тут, конечно, знатный. У нас прямо на ладони, на подножии стоит жилой комплекс Притяжения. Какая тут красота! Неописуемые виды, мои любимые горы, начало Кавказских гор, Кавказского хребта. Близко подходить не буду, ветер тут хороший, однако смотрите. 800 ступеней, мне кажется, здесь под прямой вот там будет за поворотом уже спуск на 800 ступеней.
Анапа, как на ладони ребенка. Не знаю, мне здесь всегда нравится смотреть по сторонам. Я как птичка, которая видит, куда лететь. И Анапа такая маленькая на самом деле. Вот особенно с этих видов открывающихся. А вот там суп всех. Я оказалась в самом красивом месте Анапы. Смотрите, все новостройки Анапы видны отсюда, как на ладони. Такие маленькие картонные домики, крошечные. Восторг, просто восторг, ребят. Это неописуемо, непередаваемо. Ветра поменьше. Вообще классно. Видите, какая маленькая Анапа. Маленький крошечный со всех. И какие прекрасные, величественные Кавказские горы. Главное не упасть по этому близкому берегу, к обрыву не подходите. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Я в раю, реально в раю, просто в невероятно красивом живописном месте. Как в Анапу после таких красот, я не понимаю.